Численность населения в Сочи составляет 520 тысяч человек. В следующем году сочинцев станет на 11 тысяч больше за счет увеличения рождаемости и миграции. А к 2030 году население будет составлять 630 тысяч человек. Прогнозируется, что низкий уровень безработицы сохранится и в следующем году. У нас очень низкий показатель по 9 месяцам, когда играет сезонный фактор, это 0,2%. По году показатель безработицы города Сочи – это 0,3%. Это самый низкий показатель не только в Южном федеральном округе, в который входит Краснодарский край, но и в целом по России. Сейчас в экономике занято 310 тысяч человек. Лидирует санаторно-курортная отрасль, торговля и сфера питания. Каждый десятый сочинец занят в малом бизнесе. Согласно прогнозу социально-экономического развития Сочи, объем экономики курорта в 2019 году составит 337 миллиардов рублей. Это прирост в пределах 9%. Глава города Анатолий Пахомов отметил, что планируется и рост объемов инвестиций. На ближайшем инвестиционном форуме Сочи представит более 10 предложений. Большинство из которых касаются развития Лазаревского района. Говорили сегодня на планерном совещании и о расселении граждан из аварийного фонда. Эта работа ведется по двум программам – региональной и муниципальной. Есть дорожная карта. По дорожной карте должны появиться номера квартир с адресами. Понятно? И дальше по этим номерам квартир по дорожной карте, которая с адресами будет, должны прописаны быть мероприятия со сроками, когда это будет исполнено. Все, вплоть до передачи ее собственнику или НДД. Понятно? В районах продолжается обследование муниципального жилья. Например, в Хостинском районе в 11 общежитиях выявлено 14 свободных муниципальных квартир, которые используются не по назначению, либо просто простаивают. В центре Сочи ревизия выявила 50 таких неиспользованных помещений. В Адлере 17, в Лазаревском районе 9. Это жилье будет передано после проведенного там ремонта жителям с улицы Видовая 33. А параллельно с этим будет вестись работа по решению юридических вопросов. Переселенцев просят активно взаимодействовать с департаментом городского хозяйства по оформлению документов. Всего же в настоящий момент в Сочи идет переселение людей из 33 аварийных домов, 23 из которых уже полностью расселены. Только на Вишневой подготовлено 117 квартир. Новоселы получат заветные ключи в конце декабря, как новогодний подарок. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.